Покупая антикварные предметы, вы инвестируете в вечные ценности, стоимость которых с каждым годом только растет. А в том случае, если вам удастся продать антиквариат дешевле, чем вы его купили, то вы либо занимаетесь не теми антикварными предметами, либо не умеете продавать антиквариат, так как продавать антиквариат – это целая наука и жизнь. Очередной ролик «Проход по антикварной барахолке в Краснодаре» я снимал без прямого эфира в записи, а кроме того, из этой записи повырезал так сильно раздражающие рукопожатия со своими коллегами, но уж извините, мы видимся раз в неделю. Ну и хотел бы прочитать в комментариях, как вы отнесетесь к такой нарезке. Ну а кроме того, начиная с этого ролика, буду конкретно показывать те предметы, которые я приобретал, что с ними стало и сколько они стоят. Поэтому, смотря эти ролики, можно учиться и потихоньку стать антикваром, получить ту профессию, которой нигде не учат и не выдают дипломов. И начинаем. Здрасте. Привет. Здрасте. Здравствуйте. Какая-то причина, раз кофеварочка. Ничего себе. Сколько стоит? 4000. Привет, Юрчик. 4000 рублей. Да. С горелочкой живой, да? Да, все. Все как надо. Единственный дефект тут есть. Вот. Покажи. Запаяны некачественно. Горелочка. Смотрел мешок, проход у меня нормальный. Ну, да. Нормальный. Булеточка. Подтяну к себе, ничего не отвалится. Нет. Печально, конечно, заварили. Да, ручки кривые. Административные. Так. Слушай, а можешь эти бьющиеся забрать? Я Александру хочу показать, самоварщику, сделает ли он. Кстати, что забрать? Ладно, сейчас подойду, ничего, пусть. Что у нас? Александр, он где-то туда ходил, а вон он, по-моему, идет. Если я не ошибаюсь. Да. А это? 3000. Торт. Да. А в чем ее прелесть? В чем ее прелесть? Где? Александр, Александр, на минуточку, можно идти? А зачем переходить? Я за него прошу. А ты сможешь качественно вот это перепаять? Нет. Не? Не, она там тоже. Пойдем дальше. Второе. Через неделю Ну и все остальное.
Хорошо, да. Это все, все советы. Вот единственное, что еще. Ну, это не наша тема. Ну, это что? 84-й. Больше положка. Ну, память. Это сколько стоит? 4. Что есть вот тут? Думаю. Так, ложечку же беру. Ложечка неплохая. Угу. Что-то в последнее время вообще. Тут еще эта жара доканала. Это что, Вьетнам или что? Вьетнам, это? Это не серебро даже. Серебро, это понял. Медно-никелевый сплав. Что-нибудь бы завернуть. Сейчас. Just a moment. Ложка? Да. Держите. Спасибо. Да вам спасибо. Ну, вот это все. Ну, зато красивые вон, смотри, какие-то блямбы на них. Так глубоко резали штифелем, что на обратную сторону даже рисунок просто. Да, это обычная история. Давят же в резинке. А, он же в резинке давит. Ну, нормально. Цена лома. Да. А утрата слегка погрызанность есть, да? Ищите, сделанного ничего не нет. Ну, понятно, да. Такое неизбежное. Коснулся, потрогайте, ну, все, значит, отлетит. Неизбежно. Иногда ну, это... Да. Было... Я считаю, это вообще, что можно сказать, их нету. Композиционно, да, цела. Такие осыпанные приходят, что у них красота. Такая штука сколько стоит? 45. Серебро, да? Как тебе без бурана? А что он, где он? Свой утрачен, получается. Да? Угу. Подъюбник. Угу. Я дал. Ну, он так аккуратно утрачен, что... Новый. Вклеен. А вот реставрация. Вклеен новый кусок. Это знаешь что? Тюль. Тюль. Проклеены, да, чем-то? Да, полимером. Не заклеен, видишь. Причем. Да, вот выходит клей. Вот. Не самым лучшим способом. Потому что сетку они примерно такую же подобрали. А технологически. А краску. Да, краску что не подобрали. Технологически же вот эта сетка. Я понял, да. Так же. Размер чуть-чуть не тот. Собачка красивая. Картина. Англичане, наверное, какие-нибудь. А с Европы пришла, ну, как бы. Может быть, Англия, да. А сколько она? Может, прям 6 тысяч. Деревяшки, да. 6 тысяч? Нормально, при сам как. Ну, до печати, я так понимаю, или даже бумага. Да. Ну, не живут. Барышня классная. Это сюжетная какая-то вещь или просто? Стриптизерша какая-то. Со скалы прыгает. Купальщица. Здесь и автор, и этот есть, как бы, и литейная, это, мастерская, и сзади, наверное. Это Франция, наверное. Франция, да. Сразу эстетику видно. А сколько она стоит? 65. Еще найдете. Что такое? Вон из твоей серии эти куклы, да, фарфору. Не то? Ну ладно. Я беру, одеваю, она пахнет.
Рынок сегодня очень скуден. Все. Давай. Пойдем покажешь, что там у тебя за добро. Такие вот, в общем, это приложение. О, газета. Какое состояние чудесное. Край. Там реклама хорошая есть. Ну, такие картинки очень классные есть. Вот такие. Эти солдаты снежки играют. Много рекламы. Вот эти картинки. Пиво. Угу. Вот такие они. Немного лесов. Как листовки, короче. Ну, это вот была газета. Газета, да. Край, а это вот к ним как журналы, приложения к газете. Я думал, в советское время приложения появились. А вот эти Шнива тоже были. Журналы и приложения к ним. Тихо. Много рекламы такой тут хорошее, тоже пиво. Такие картинки. И обложки красивые. Да, обложки. И есть много еще там плакаты по гражданской обороне, по медицине. В общем, ну, старые? Это, ну, советские. А, советские. ОБЖ вот это. Я понял. Предмет. НВП был, а не ОБЖ. ОБЖ уже появилось в Новой России. А там был начальная военная подготовка предмет. Есть хороший патефон еще. О, показывай. Такой прям хороший. Показывай. И один под реставрацию, вот тот, что без подшипника. Ты я не... его разобрал там вообще подшипником. Там хомутик кто-то поставил. Ну, поэтому... Нет, там нету таких штук в наличии. Только подбирать, если с двух один делать. А где патефон? А вот это что такое стоит? Это микроскоп, как на школьной советской, как на уроках биологии. А, я понял. Сейчас. А сколько они стоят? Это не по 3000. Да. Вот этот прям хороший такой сейчас. Сколько стоит? Это десятку прошу, в общем, уступлю. Все там работает, автостоп, в общем. И только там нету вот этих... Чего? Этих, ножек резиновых? Этих, ну да, как такие пимпочки, ножек нет. Давай заведем. Пластинка есть? Да, пластинка. Ты... есть. Ну вот они там, в общем, возьми, пожалуйста. Угу. Вот это? Да, да. Не, это вообще наиграть не будет. Будет, почему? Ну давай, но он с этим, с трещиной. Да, трещиной, да, тогда другое. Зачем же убивать, вероятный мой граммофон? Заводить. Его надо включить. Как тормоз, автопуск. Восемь. Пойдет. Сворачивай, я уже слышу.
Вот это вот, короче, я знаю. Все работает. Вижу, вижу. Ну, замечательно. После профилактики, в общем. Ну, пусть открутят тогда. Да останови его, да и все. Ничего не, страшного. Так нежелательно. Ну, я довезу, докручу. Чтобы это... Ничего с ним не будет. Пластинку забирай. Разобьется по дороге. Ну и тот могу тоже недорого отдать под ремонт. Да что с ним делать, Юрчик? Нету таких железяк. Ну, я буду знать, что у тебя он лежит. Я с Олегом поговорил, он говорит, за двушку сделаю. Ну вот Олег, это... Я понял, с политеха это. Да. А ты сколько хочешь за него? Ну, трех. Ну, сделай, я за пятеру заберу, когда сделаю это. Ну, хорошо. Хорошо? Держи. Лошадку тоже с собой, да? Кто? Лошадка это Куса 78, по-моему. А здесь, видишь, уже другие удилоники. Вот разница сразу. Уже потолще, видишь, лента. А сколько она стоит? 25. А можно поближе посмотреть? Так, давай это уберу с прохода. Видишь, где я купил себе? Может, пустой от вас не уйдешь. Все время что-нибудь предложите. За биноклем я возвращался уже с конкретным предложением, которое и последовало продавцу. $2500. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый интересный ролик из жизни антикварного ареала и его обитателей.